Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Супер Тёма. Здравствуйте, ребята. И сегодня очередь зомби-нубика. Показать просторы пиксельгана, ребята. Заодно мы посмотрим, какая же разница была в броне. Потому что все-таки эту тему я хотел бы продолжить и развить еще. В общем, короче, будет, наверное, много чего интересного. Я на это очень сильно надеюсь. И погнали. Начнем по традиции с фигни, а вы по традиции с очень важного дела. Просто подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. Поставьте мега царский лайк. Совершенно верно, дорогие друзья. Особенно те, кто только впервые на нашем канале. Мы рады вас видеть. Опа, 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 подписывайтесь. Так, ребята, ну набираем все, что только возможно. Тут сейчас возьмем какую-нибудь фигню, да? Что-то можно взять тут. А, даром. Даром. Ну, даром никогда не помешает, ребята. Даром не помешает. Так, все, забрать. Остальное то, что мы заберем, потом будет это дело. Ребята, что, о чем я хотел сказать. Помните, мы в прошлой серии про адского нуба смотрели и покупали вот точно такую же броню, ребята. И там была эффективность 84, что ли, мы проапгрейдили. 89 стало, 89, ребята. Так вот, это была какая-то мини-ниндзя обнова, потому что до того у него тоже показывала эффективность 376. Я хотел вот тогда поэтому попробовать броню. Думал, попробую одна 76, другая 376. Там, наверное, атас какая разница будет, но в прошлой серии, если вы помните, мы зашли, взяли и оба-на, оказалась птица обломинго, вернее, оно так, скорее всего, и задумывалось, потому что было бы неправильно очень, чтобы у человека 65 уровня и 5 уровня, грубо говоря, одна и та же броня была. Так, о чем же я и что сегодня будем мы делать, ребята? Вот что нам попалось. Вот такая фигня, огненный шар, что это я не знаю, ну какое-то тяжелое тоже, да, ребят, тяжелое. Откуда оно появилось, я тоже не помню, из какого-то из сундуков. Эпичная, ну, так скажем, ракета, урон по зоне, горение. Что это, как это, погнали разбираться. Так, ребята, ну, пати в бассейне, не классический вариант, а самый-самый, что ни на есть, натуральный. Только что игра началась, прям тут что, никто никого не убил, что только-только зонится. Ну, давайте. Что тут? Где все? Здесь чё, тоже нету игроков. Здесь нету игроков. Вот они, Тём. Давай. Что ты делаешь? Опа. Ну, это тяжело. Оно будет лететь медленно, верно. И желательно по ногам, Тём. Желательно очень сильно по ногам. Очень сильно желательно. Так. Вряд ли я сюда кого-то попаду. Вряд ли. Да, вряд ли. Ну, стрелять-то надо? Да. Так что давай стреляй. Попробуй. Вот, ребят, правильное решение было. Капитан очевидности. Попробовать убить-то надо, поэтому пробуй, Тём. Пробуй, я не знаю, насколько оно будет хорошо вообще в деле. Но кого видишь, того и стреляй. Давай, во, видишь, все. А вот убил, это поворачивайся, да. Давай, стреляй, давай, Тём. Ниже. Вот туда, все нормально. Все нормально. Вот они там прыгают. Веселуха будет у нас наверху, походу. Поэтому погнали. Вот, давай, вот туда, вот так, вот, отлично. Ух ты, не очень отлично было, не очень. Чё-то вы отгребаете, Тёма, причем жестоко совсем отгребаете. Давай. Ух ты, а что там у нас сзади? У нас сзади товарищи есть, да? Сзади, спереди, сбоку. Так, погоди, Тём, погоди тогда, вот тут поищи. Сейчас он сюда прибежит, видишь, он прибежит. Он уже знает, откуда ты выходишь, он тебя специально туда засосал, Тём. Так. Так, а может ты с другой стороны выйдешь для разнообразия? Всё. Ну уже вышел. В следующий раз другой выйди. С их стороны выйди, Тём. Так. Вот. Неудобное, да, походу, оружие? Ага. С их стороны. Да. Вот иду. Вот иду. Молодец. Ух ты, смотри, они уже вас подловили прям. Капец. Давай. Ой, ну, Тём, ты, конечно, в своем амплуа, ты ракетой попасть противника будет очень тебе неудобно, очень тебе странно. Вот так, и еще одного, и второго, и третьего. Давай, еще раз. Все, еще раз, молодцы. Обнаглели, называется, обнаглели. Давай. Туда. Не заканчивай. Все, отлично. Они там тусуются. Вот, все, уходи. Сейчас он туда прибежит, Тёма, и тебя налашматит. Тёма, я тебе о чем говорю? Ты что не слушаешь ты, Тёма? Неужели тебе непонятно? Он сдох, он родится, он придет отомстить.
И в расчете на того, что действительно такой лохозавр, как ты, стоит там и ждет тупо, смотрит, влупил в это, в проем. Я прям слов нету, Тёма. Он вынес вас с десяток и ушел. Сейчас вернется заново. Вот отсюда. Вот, он вернулся уже. И опять начинает выносить. Молодец. Чувак молодец вообще. Угу. Еще один подошел. Тёма, зачем ты в ту дырку смотришь? Тебе там интересно тебе? Там окошко. Что створится с Тёмой, я не представляю. Тёма, там вообще туда смотреть не нужно. Вообще и стоять здесь не нужно. И подходить близко к этому месту не нужно. Ну, видать, не заходит, ребят. Не заходит абсолютно ничего. Ну, что поделаешь. Из того, что я сказал, Тёма не понял ничего. Что туда подходить не надо, смотреть не надо и вообще рядом стоять не надо. Надо стоять издалека и убивать тех, кто занимается вот этой фигней. Ну, короче, ладно. Проиграли они, понятно почему, и ясно. Ну, как такие олухи все же здесь. 8, 9, 5, вот нормальные пацаны. 22, 22. Короче, все понятно, дорогие друзья. На той же самой карте товарищи вроде не повыходили. Попробуем теперь с этим, как его там. Ну, сами видите, с чем. Заодно и сравним, насколько лучше, насколько хуже. Может, в этот раз будет что-то получше. Не знаю, может, будет получше. Ну, игроки, может, перетасовались. Я не помню уже, кто там, кто на какой стороне был. Но, во всяком случае, посмотрим. Ну, то оружие, если честно, ребята, ну, естественно, оно как бы слабоватое. Да, Тёма тупил сегодня вообще ужасно. Играл ужасно плохо, скажем так. Сегодня я как бы его тренер. И сегодня его выступлением, его работой абсолютно недоволен. Так как мы не записываем много дублей, не подгоняем под то, чтобы было прям классно, красиво, какой-нибудь матч с лохозаврами, найдем там прямо, сделаем 80 киллов и это все выложим в интернет. Нет, такого не бывает. Вот, плохо играет, плохо совсем подошел к делу, мы все равно это запишем и все равно поставим на видик. Чтобы было честно, ребят, чтобы было честно, не люблю я записывать с 20-го дубля, сделать какого-нибудь, попасть в какой-нибудь, не знаю, имба команду, где вся прямо крутизна, остальные лохи, такое тоже часто бывает. Набить 120 фрагов и потом выложить, сказать, какой я крутой. Нет, такого никогда у нас на канале не будет. Честно, лохозавренчаем, значит, вы все это видите и все это узнаете. Так, а теперь я не знаю, чем занимается Тёма, честно слово. Я не смотрел даже туда, смотрел на вас. Как там продвигаются дела? Непонятно. Пока я вижу, что тоже не особо убивает он. Даже с этим, как его там, с рождественским ультиматумом. Усиленно бьет лунтиков. Не хочет заниматься ничем другим. Один раз умирает он, один раз убивает он. Вот. А сзади товарищи приходят и кошмарят. Товарищи, молодцы. Вот еще один товарищ. Опа. Ух, сколько их тут прямо набралось. Но пока что вы не проигрываете. Тём, пока что, как ни странно, вы не проигрываете. Стреляй. Там кто-то мотается туда-сюда, тебя засосало. О, давай, вот там пробежал он. Тёма, если у человека нету ника, ты заведомо считаешь, что он чужой. Он плохой, все. Так, давай еще, погнали, вот, не забывай пускать ракетки, потому что ракетки летят до цели летят обязательно и закошмарят, это уже как бы плюсик тебе вниз. Слинял, чувак, слинял, успел надеть кое-что, мы тоже успели, но поздно, чувака и след простыл. Давай, не попали, не, поддержка. Давай, еще раз туда, давай, там они. Опа, ну чувак, он как бы знает уже. Он уже приходит сюда подготовленный. Убили его. Ага. Нормально. Он сейчас еще раз придет. Он еще раз придет и еще раз убьет. Убил. Успел. Успел. Давай обходим. Ой-о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 й. Давай вниз. Убийство. Убили все-таки. Все-таки кого-то убили. Ну, не так плохо на этот раз. Вроде бы получше.
Конечно, оружие не сравнить, ребята, то с оружием с этим. Но и, как видите, все-таки все равно видно, что сегодня Тёма не в ударе. 22-23, это чуваки из прошлого, как бы этого, с прошлого замеса, Тёма 13, там было 8. Что ж, дорогие друзья, мы все прекрасно поняли, да мы, в принципе, знали, и вы, и мы, и эти, что вот как бы, может быть, мы не прав, может быть, Тёмка неправильно сыграл, ребята. Я не играл этим оружием вообще, я тоже попробую, попытаюсь, потом, как бы, если что, можете в комментариях выпишите, я тоже вам отвечу. Но, судя по Тёмке, разница не очень большая. Он вот этим оружием сделал 8 киллов, вот этим оружием тоже с рукожопничал, сделал 13. Вот, поэтому, как бы, скажем так, чуть хуже, конечно, чем рождественский ультиматум, но я скажу, что все-таки в мастерстве вся собака зарыта. Вот, ну вам, дорогие друзья, огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик. И ставить мега царский лайк. Всем пока, ребят. Всем пока.